Для экскурсии маломобильных сочинцев в Олимпийский парк транспортная дирекция предоставила несколько микроавтобусов марок «Форд» и «Фольксваген». Специализированные транспортные средства, оборудованные подъемными устройствами для кресла-каталки, и подняться в салон автомобиля не составляет труда. В помощь пассажирам обученный водитель. Водители вместе с нами проходят эти маршруты, и вместе вот с сегодняшними гостями тайминг, время, качество, удобство. Тот опыт, который сейчас у нас накапливается, уже накапливается, да, и будет реализован, он будет использован и в работе с другими спортивными объектами, с другими спортивными мероприятиями, да и вообще в создании безбарьерной среды в нашей стране. Город уже получил 28 таких машин. Всего во время проведения игр будет задействовано более 300 единиц специализированного транспорта. Каждая машина оснащена для комфортной перевозки людей с физическими ограничениями. Помимо специального подъемного устройства, в каждом микроавтобусе для перевозки маломобильных групп населения оборудованы 3 места для крепления коляски, а также дополнительные 6 или 7 посадочных мест для сопровождающих. Кроме того, здесь установлены специальные таблички для инвалидов по зрению и тревожные кнопки. Прибыв в Олимпийский парк, инспекторы удивляются. Безбарьерная среда создана по максимуму, начиная с парадной лестницы. Здесь можно беспрепятственно подъехать к лифту и в просторной кабине подняться на стилобат к главному входу в Ледовый дворец Большой. Вестибюль спортивного комплекса кольцевой, здесь нет дверей и порогов. Арена оснащена различными звуковыми и тактильными подсказками. Они есть на стенах, дверях и на полу. Человек с нарушением слуха или зрения сможет сориентироваться, найти свой сектор и место на трибуне. Еще на стадии проектирования учитывалось мнение не только спортивных федераций, как для спортсменов, но и требования Паралимпийского комитета России с точки зрения доступности для зрителей, именно для зрителей, потому что в первую очередь это все сделано для зрителей. Шоу, хоккей, без зрителя ничего не состоится. И для того, чтобы им было удобнее попасть, все это учитывалось. Немного усилий инспекторам пришлось приложить на пандусах, ведущих на все уровни зрительного зала. Но его просторность и антискользящее рельефное покрытие оценено по достоинству. Дмитрий Малышкин не скрывает эмоций. Он впервые увидел ледовую арену, где будут проходить главные спортивные состязания. И самое важное, что до трибуны он смог добраться самостоятельно. Я удивился очень сильно в плане постройки этой арены. Я не ожидал, что тут будет все настолько замечательно устроено. Развиваемся, идем вперед. Для маломобильных групп населения адаптированы все арены Олимпийского парка, а в шаговой доступности от спортивных объектов уже возводятся дома для паралимпийцев. Безбарьерная среда также создается на городских улицах и всех социально значимых объектах, так что в Сочи уже появляются самые благоприятные условия для проведения паралимпийских чемпионатов. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.